Добро пожаловать в Пезар. Мы стоим напротив домика Россини, дома, где родился самый знаменитый пезарянин Жоаккино Россини. Именно благодаря ему мы знаем Пезара таким, как она есть сейчас. Мы стоим на улице Россини. И я вас приглашаю в дворик Россини, где буквально несколько часов назад открылась художественная выставка 7-го международного конкурса Grand Art. Работы, которые представлены здесь на выставке, находятся здесь уже несколько дней и собирают огромное количество отзывов у жителей и гостей города Пезаро. Картины, которые выставляются здесь, это сменяемая выставка. Участники приезжают, картины меняются, но выставка будет существовать здесь до 25 августа, то есть до конца лета. Итак, давайте познакомлюсь с теми картинами, которые находятся здесь сейчас. Это картины первой детской художественной школы города Минска из Республики Беларусь. Школа номер 1 имени Цверко. Ребята, которые привезли сюда картины, также находятся здесь сейчас, Пезаро. Коллектив «Веснушки», гимназия номер 16 города Минска, а также школа «Юные художники» из города Солигорска. Уважаемый член жюри, который в этом году оценил работы, это Джанфранко Габуччи, знаменитый художник из Пезаро, который имеет собственную выставку в Равенне и дает регулярно мастер-классы в художественных университетах Болоньи, Равенны и, конечно же, нашего замечательного Пезаро. Фестиваль после трехлетнего перерыва начинается.